Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем делать самоделку, которую оценит каждый. Понадобится одна 0,5 бутылка воды и одна бутылка вот такая вот мыломоющего средства. Купил самую дешевую. Смотрите, что будем делать. Теперь объясняю, что за самоделка у нас с вами получилась. Так называемый глушитель. Во-первых, смываем. У вас образуется вот такая вот пена. Во-вторых, приятный запах, так как я брал с лимоном. Ну а в-третьих, могу сказать, что поцелуй Посейдона теперь вам не светит. Приятный запах плюс пена, никаких всплесков. Через воду сверху очень плохо видно, но жидкость через отверстие выходит совсем по чуть-чуть, образует пену. Как вы можете наблюдать, вот такой вот самодельный глушитель для туалета. Берем на заметку.